Thank you.
Спасибо, дорогие друзья. Разрешите сразу представить наших сегодняшних гостей. Наш экзотик бенд сегодня превратился в фэн-шуй джаз-театр. Много лет назад мы творили этим составом. И у нас в этом году появился специальный... Калю, ты куда ушел? Поприветствуйте. Калю, Новая Гвинея. Он еще появится на сцене. Калю. Они по-французски разговаривают. Дорогие друзья, ну, если у нас сегодня фэн-шуй джаз-театр, это означает, что все действия, которые происходят, включая вас, гостей, конечно же, мы с огромным удовольствием приглашаем принять участие. Я вот, например, с огромным удовольствием сегодня пригласил очень близких друзей, вот, которые не просто хорошие люди, но еще и талантливые художницы, художники. Лена Топорова, встречайте. Задача Лены, как и нас с вами, креативить сегодняшний концерт. Мы действительно много не знаем, что произойдет. Многое, какие-то фрагменты играем, когда много лет назад играли. А какие-то сейчас прям рождаются вместе с вами. У меня однажды был такой опыт в Уфе, когда мы выступали в молодежном театре. Очень хороший художник уфимский Сергей Краснов нарисовал под воздействием вот этой энергетики, на сцене мы играли. Там человек 500 пришло, ну, было, конечно, не воскресенье такое зимнее. И до сих пор эта картина находится у меня, так скажем, пронизанной энергетикой того концерта. И вот сегодня Лена будет творить, если кто-то захочет подойти и что-то добавить от себя, вам покажется, что что-то не хватает в этой гениальной работе. Будем так ее называть, что она у нас должна получиться гениальной, конечно же. Конечно же, можно что-то, наверное, добавить, посоветовать с художником или как-то договориться. Ну, я думаю, в конце мы из нее сделаем аукцион для хорошего дела, да, что-то придумаем. Если кому-то захочется у нас ее унести, это можно будет, наверное, сделать. И я сегодня приглашал замечательного флориста, своего друга, эксперта по цветам. Я по здоровью на Первом канале рассказываю сказки. Вот он рисует сказки из цветов в программе «Доброе утро». И Сережа Липатов пришел и сказал: я сегодня вот просто собрал этот красивый цветок и решил вам его подарить. Сереж, ты здесь? Спрятался? Такой цветок. То есть мы фактически в антураже всего этого. Сыграли мы первую композицию, которая называется «Джаз Африка». Ну, отправляемся в путешествие дальше. Кстати, сегодня мы попутешествуем по континентам, не случайно. У нас и коллектив состоит совершенно из разных народностей в данной ситуации. Я чуть позже представлю, кто откуда. А сейчас мы сыграем композицию «Лалабай». Thank you.
Thank you.
Thank you.
Ильдар Рафидов, Татарстан. Я бы хотел пригласить на сцену Калю. Thank you.
Алло. Видите, картина рождается. У этой композиции нету названия. Я буду очень признателен, если вы предложите какой-либо вариант, а потом мы все выберем. Thank you.
Спасибо. Название есть? Есть название? У кого есть? Предложите название, пожалуйста. Ветер? Да. Обязательно. Ну как название так этой композиции? А этой? Да. Этой свеча. Свеча. Вообще сегодня с праздников. Поэтому свеча очень актуальна. Ну, а завершим наше первое отделение. О, Лена, у тебя здесь уже прям... А можешь сказать, что происходит там? Ну вот это наше настроение. Каждая композиция. Недавно мы с Леной и со Славой, с нашими друзьями, я вспомнил композицию, которую из фильма «Принц Флоризель», когда вы помните, даже мы ее нашли на YouTube, когда Олег Даль играет принца, да, Флоризеля, и к нему привели, кто помнит этот фильм, к нему привели художника, и они искали клетчатого, и сказали, вот, принес картину, открыли картину, там, конечно, был такой сюр-авангард, тут торчали глаза, но если вы помните, когда пришли братья по оружию, и принц показал эту картину, такую авангардную, все скачали клетчатый. Я думаю, что вот я уже вижу в этой картине дельфины, птицы, что еще там, корабль какой-то, да? Ну, я думаю, очень логично будет назвать, наверное, картину «Мандала», как мы сейчас сыграем композицию. В принципе, мандала объединяет мандалы жизни, мандалы для нас музыки, естественно. Очень много мандал существует, рекомендую их посмотреть. А мы олицетворение сделали этой композиции мандал.
петь вместе со мной. Давайте, давайте, давайте. Покажите мужикам пример. Давайте поделим за. Вот здесь голосистый медведь у нас появился. Thank you.
Джага Санде Калю. Ильдар Нафигов. Ударные. Виктор Матюхин. Валерий Беликов. Наших два замечательных музыканта из города Харькова, Украина, уже есть. Спасибо. Небольшой перерыв. Лена, это все? Или еще дорисуем? Дорогие друзья, небольшой перерыв. Кто хочет оставаться с нами, продолжать путешествовать, у нас еще специальный гость во втором отделении. Замечательный трубач, мой друг Рустем Галиуллин. И мы будем с ним здесь творить. Уже больше в джазовом таком этническом стиле. Так что минут 15 перерыв. Приятного отдыха. Здесь есть последний мой альбом, который называется «Башкирский караван». Если есть настроение, его можно приобрести. Гарантирую, что удовольствие получите. У меня друзья говорят, что они его не вынимают из машины и сидят не для того, чтобы мне сделать приятно, а действительно очень хороший альбом. Так что приятного отдыха. Раз. Thank you.
Рустем Глюль. Город Уфа. Thank you.
Спасибо, дорогие друзья. Спасибо огромное. Я очень рад, что русский к нам подошел, и мы заиграли традиционный джаз. А вообще, вот тот альбом, который я говорил, здесь он находится, компакт-диск, мы его записали с Рустемом вместе с ансамблем «Арлан», который, представляете, в прошлом году отметил 25 лет творческой деятельности. В 89 году мы записали первую пластинку на фирме «Мелодия», виниловую тогда пластинку. И где-то года два назад, благодаря гранту президента Рустема Хамитова, у нас состоялась запись альбома, второго альбома, представляете, через 25 лет. Удивительные вещи. И я очень мечтаю, что мы их повезем и по городам, и по странам, эту программу. Вся программа немножечко похожа на нашу первую часть, но она связана с татарской и башкирской музыкой, очень красивой. И много там я пою горловым пением, и не только горловым, так что очень рекомендую получить удовольствие с этой пластинкой. Ну, оттуда мы ничего не будем играть, а вот сейчас я Рустема и своих друзей-музыкантов прошу вернуться немножко в Восток, но очень знакомый вам Восток, я сейчас думаю, вы узнаете, мы сыграем его. Давайте, подпевайте. Слава начинаем. Оттуда с родины и пошло вот это горловое пение и музыка, любовь к этническому джазу, которая потом уже превратилась в такой world music, когда все
все национальности собирается. У нас очень часто бывало и бывает, когда на сцену к нам добавляется, может быть, человек, пришедший с гитарой, вот сегодня с трубой, Рустем. Но тем не менее, мы хотели бы сейчас в завершение программы сыграть такую композицию, которая вбирает в себя корни и хорошо вам знакома. Художница Елена Добарова. Лена, я предлагаю, пока у нас такой красивый фон, объявить, и мы действительно направим все средства от вырученной картины на какое-нибудь хорошее дело, детям или кому-то. Какая, как считаешь, как автор картины стартует цена? Ну, примерно. $100 в долларах исчисляет. Но если не будет претендентов, я сразу забираю за 100, ладно? Думайте!
Спасибо, наши специальные гости Джага Самбе, Калю, Ильдар Нафигов, Виктор Матюхин, Рустем Глиулин, Валерий Великов. Спасибо большое, дорогие друзья. Леша, спасибо за звук прекрасный. Спасибо.